Доброе время суток, друзья! Рад приветствовать вас на своем канале Диванный Аналитик. Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь, будет много интересного. А сегодня, по вашим просьбам и рекомендациям, мы будем смотреть доход с YouTube-канала «Лайкни мир» видеоблог о путешествиях. Итак, что нам авторы говорят о своем канале? Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на нашем видеоблоге о путешествиях «Лайкни мир». Мы не зря назвали его именно так. Нам кажется, что наш огромный мир непременно должен увидеть каждый. Планета Земля такая огромная, столько стран, традиций, удивительных мест. Это невероятно, ведь на одной планете находится множество разных планет. Перелетая на другую сторону Земли, нам точно кажется, что мы оказались на другой планете. Мы шокируемся, удивляемся контрастом и восхищаемся нашим необъятным миром и его красотой. В своем блоге мы показываем не только туристические места, но и то, что скрыто от глаз обычного туриста. Заезжаем в глубинки, выискиваем то, что может особенно удивить, а иногда даже шокировать. Да, это похоже на квест, но нам он по душе. Мы стараемся для вас, чтобы тот, кто еще только мечтает о путешествиях, уже мог окунуться в этот интересный мир, прочувствовать на себе то, что чувствуем мы, зарядиться и замотивировать себя на дальнейшие путешествия. Есть ссылочка на донат, на телеграм-канал, на инстаграм и на фейсбук. Дата регистрации канала 14 января 2020 года. Топ-3 по популярности на данном канале являются ролики под названием «Самый скандальный курорт Турции. Доступные девушки и накачанные». Тут не прочитаешь, что не пройдет. Ролик у семейцев 1,5 миллиона просмотров. Ну, наверное, накачанный юноши будет так. На втором месте по популярности ролик под названием «Вьетнам. Деревня нудистов». Видео 18+. Ролику 1 год, 1 300 000 просмотров. И топ-3 замыкает ролик под названием «Турки изгнали бесстыжих туристов с этого пляжа». Ролику 6 месяцев, 511 000 просмотров. В настоящий момент контент на данном канале появляется с периодичностью, ну, будем считать, что определенного графика нету, то густо, то пусто, но в крайнем случае давайте так считать, что один ролик в неделю на канале все-таки в общей сложности присутствует. А мы переходим к цифрам. YouTube-канал «Лайкни мир» был зарегистрирован 14 января 2020 года. Тип, категория канала «Travel путешествия», страна регистрации «Россия». На канале 223 видеоролика в свободном доступе, 65 900 подписчиков, а контент посмотрели 10 миллионов 7186 раз. Категория канала «B-», это ниже среднего по YouTube. В рейтинге «Social Blade» данный канал находится на 474 365 позиции. По подписчикам канал занимает 2726 строчку. По просмотру видеороликов канал расположился на 760 117 позиции. В России канал находится на 1610 месте, а в мировом рейтинге в категории travel путешествия данный канал занимает 1102 позицию. За последние 30 дней 1800 новых подписчиков на канале. Это на 58,3% больше, чем за предыдущий аналогичный период времени. А контент посмотрели 420 281 раз. Это на 33,4% больше, чем за предыдущий аналогичный период времени. И доход данного канала составил от 105 долларов США до 1700 долларов США, в зависимости от того, где бы данный контент смотрели и показывали. Контент у нас с вами, друзья, русскоязычный, и доход близок к минимальному значению данного диапазона. То есть, как минимум, YouTube-канал «Лайкни мир» за последние 30 дней принес авторам 105 долларов США, что в рублях по курсу мы считаем по 75 рублей за доллар, получается 7875 рублей дохода. В среднем за последние 30 дней ежедневно на канал подписывается 60 человек, 14 010 раз смотрят контент, и доход составляет 4 доллара в сутки. За неделю 420 новых подписчиков, 98 070 раз посмотрели контент, и доход составляет 25 долларов. За последние 30 дней 1800 новых подписчиков, 420 281 раз посмотрели контент, и доход составляет 105 долларов США. За тот промежуток времени, который нам дают в графическом отображении и помесячно просмотры и подписчиков, мы с вами видим, что пик по просмотрам на данном канале был в августе 2022. Контент посмотрели
1 418 573 раза. А пик по подписчикам наблюдался в марте 2022. За календарный месяц на канал подписалось 7600 человек. В русскоязычном сегменте YouTube YouTube-канал «Лайкни мир», видеоблог о путешествиях, по подписчикам находится на 19085 позиции. На канал подписано 66 тысяч человек. По просмотрам канал занимает 20449 строчку. 10 007 186 раз посмотрели контент. На канале 223 видеоролика в свободном доступе. Страна регистрации Россия. И канал был зарегистрирован 14 января 2020 года. За последние 14 дней в среднем ежедневно на канал подписывается 64 человека. 15533 раза посмотрели контент. И доход составляет 4 доллара в сутки. За 14 дней 900 новых подписчиков, 189474 раза посмотрели контент, и доход составляет 62 доллара США. За последние 90 дней мы с вами наблюдаем следующую картину. В среднем ежесуточно на данный канал подписывается 50 человек, 14259 раз смотрят контент, и доход составляет 5 долларов в сутки. За 90 дней 4500 новых подписчиков, 1 283 379 раз посмотрели контент, и доход составил 423 доллара США. Это доход за последние 90 дней. И для того, чтобы нам узнать, сколько данный канал принес авторам за все время своего существования, нам необходимо максимальный расчетный доход, в данном случае это 4100 долларов США, умножить на 2. И доход данного канала за все время составил 8200 долларов, что в рублях, если бы все заработанные средства вводились сегодня, единовременно по нынешнему курсу, получается примерно 603577 рублей дохода. В среднем YouTube-канал «Лайкни мир», видеоблог о путешествиях, зарабатывает на YouTube 0,6 тысячных рубля в секунду, 530 рублей в день или 15892 рубля в месяц. Это средние значения Среднее значение данного канала за все время его создания с 14 января 2020 года по сегодняшнюю дату, уже заговариваясь, друзья. Раньше этот канал назывался «Лайкни мир», видеоблог о путешествиях. Ну, грубо говоря, они только изменили написание «Лайкни мир», все сделали заглавными, ну а и все, все изменения. Окей, друзья, давайте мы с вами обобщим. В этом видеоролике мы узнали, что YouTube-канал «Лайкни мир», видеоблог о путешествиях, за последние 30 дней принес авторам примерно 105 долларов США, что в рублях по курсу мы считаем по 75 рублей за доллар, получается 7875 рублей дохода, а за все время канал заработал 8200 долларов, что в рублях, если бы все заработанные средства вводились сегодня, единовременно, по нынешнему курсу, получается примерно 603577 рублей дохода. Вот такие вот доходы данного канала. Если друзьям ролик понравился, ставьте лайк. Если не понравился, дизлайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, будет много интересного. В комментариях, друзья, давайте поговорим о канале «Лайкни мир». Что вам на нем нравится, что не нравится, если вы отписались, то почему? И также можете написать, чей канал, какого блогера. Мы с вами будем рассматривать в следующем видеоролике в плане получения им дохода с монетизацией контента на YouTube. Всем удачи, пока!